Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас будет плужик из Казани, угарчик, катание. Все там будет присутствовать, поэтому ставим лайк, подписку и не буду вас задерживать. Приятного просмотра! Все, друзья, расходники поставлены, все поменено, смазано. Следующие кадры из того, как мы садимся в поезд и летим в Казань. Джипс. Комментарии по поводу того, как мы едем в Казань. Все отлично, Константа. Гашанчик там. Это отлично. Мне нравится. Нижний Новгород. Нижний Новгород, Казань. Пока. Времени. 5:38. Гашан. Что ты забыл выложить? Я гарный забыл выложить. Показывай. А, ебать. Я гаш проебал. Я просто въебал, блядь, 0,3 грамма. Кто-то вес найдет, бля, курица. Гашан, где ты оставил его? В штанах, блядь, которые дома, нахуй. А мама их будет стирать, да? Да, блядь. А если она его найдет? Скурит, блядь. Я его оставил в штанах, но она вроде не должна их стирать. Сколько там? 3? 0,3. 0,3 грамма. Это где-то 700 рублей. Ты прям шаришь, Гашан? Я вообще наркодилер, блядь. Шоколад. Альпен-Пенегольд. У меня заканчивается еда. Блядь, короче, смотрите. Булка с курицей. Она была, блядь, с картофелем. Меня заебали. Не, я очень обижен. А мне не видно, но я прям, я расстроен. Что у тебя там? Чокобой. О, да. Не, да я обзор делаю. Начинаю с сыром тут, блядь. Вафли, сардис. Это что? Как пицца, кстати. Ой-ой-ой. Это тяжелая артиллерия. Ну ладно, не будем. Надеюсь, о еде будет Гашан, я надеюсь, ты в Толкане так просеришься. Чего, солнышко? Надеюсь, так просеришься. Не, я, кстати, не, я могу говно сдерживать по 5 дней. Когда прям сильно надо. Это такая способность. Это суперспособность. Я человек из Марвел. Вот такой чистый стилёк пешеный, бля. Блять, смотри, охуенно на меня выебали. Я сам в шоке, ну-ка въеби по ней. Там нахуй, блядь. Ты, по-моему, бусорку уебался, дебил. Там мне похуй. Дорогие ребята, он. Сегодня. Смотрите, спит гондон. Попробуем приманить его на его же чипсы. Вообще не приманивается. Ты даже спящий. Ебать, вы охуели? Вы что, охуели? Крыса, блядь, начал жрать, как курицу, ну, блядь. Вы охуевший, блядь, вообще. Буду тут доставать, блядь. Педики. Сейчас сперма. Как вам Казань? Пойдет. Блять, мне жарко пиздец, я хочу уже пиздец. Просто пиздец. Ощущение, что я в Нижнем Новгороде, блядь. Может, мы нас наебали, кружочек ебанули чисто, блядь. 6 часов. Ну, короче, сейчас мы до номера вещи кидаем и пули летим в Урам. Не будет. Здравствуйте, дорогие друзья. Наша квартира, как бы, у ее себе. Кровать, на которой я сплю. Это моя кровать. Это кровать М. Егора. Здесь, естественно, спит наш главный человек Гашанчик. Разложили вещи. Самое-самое-самое. Оп. Свой холодильник, нахуй. Там еда.
И все, скоро поедем чататься, мотаться нахуй. Короче, знаешь, значит, возможно здесь, возможно там, возможно там, возможно там, возможно, блядь, вот там, блядь. Мне похуй, ребят, я могу вылезти. Да, кстати, ебанешься. Окно нахуй, а ну типа. Будем делать собачий кайф. Прямо в хате. Хорошо. Стой, стой, стой. Аккуратненькая такая. Аж тапки съебали. Я думал, ты сейчас зацепишь завязку, пизда всему нахуй. Бля. Пришли мы домой, нахуй, все заебанные. Естественно, джебс, жрать. Этот ёбик сказал, что Бенихана Барти самый стабильный трюк, нахуй. Давай, исполняй. Ну ладно, оправдал ожидания. На, оперируй наш мега-скутер. Сейчас, сейчас, сейчас. Этот собрался уже в полном обмундировании. Штилюк имеется. Тебе да, интимист. Ты его, давай. Ты его снимать. Ебать. Это что за прикол? Ебать, стабильный трюк мешает. Это что за прикол сейчас был, нахуй? Да, мега-трюк, там, вип на вип. Давай, игрушка. Ладно, пихуй буквально, неизвестно. Хорошо, гаша. Хуй! Ты заебал, блядь. Я гадаю, скутер фейки Гитлер. Бартвист, Банихана, Банихана, Бартвист. Нет, хорошо. Получается, у нас 1-1. Да просто кикрислот ему загадай, блядь. Ю, угадаю тебе. Получается 2-1. Окей, буква. Антвист. Буква. Я попробую. Смотри, ты его загасил вип-хил. Вип-вип, вип-хил. Вип-вип, вип-хил. Два бара. А, четыре у меня. У тебя четыре, у меня три. Окей. Две меня. Пизда, вонючая залупа, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Он не увез, он не увез. Я просто не увез. Я в три хуи. Фейки, Брайна, фейки. Бедик. В стол. Да я надеюсь, ты такое умеешь, шуплес? Как такое гадать? Умри от спида, пожалуйста. Ко, залупа? Ой! Нет, я хуею, блядь. Меня разъебали 5-3. Погоди. Я победил! Погоди, погоди. Этот дебил ебаный заснул. Идем его доебывать. Да, ты не спишь? Нет. Я, блядь, с открытыми глазами лежу, смотрю на вас. А что мы делали, пока ты спал? Ну, в моменте я спал. Ну, хорошо, что ты спал. Давайте не доёбываться, пожалуйста, я в натуре поспать хочу. Серьезно, давайте сейчас поспать. Ой, хуя, мы все спиздили. Снова едем в скейт-парк, уже следующий день по другому маршруту. Тут виды просто, смотрите, ну просто посмотрите на это. Тут какой-то флаг собирают. Здесь просто дом а-ля Бурж-Халя. Какая-то таблетка инопринешленская. Там вообще, ёпта, треугольник сиамский. Здесь, блядь, флаг трясут, ебанаты. А мы едем туда. Но мы едем с плотной каточки. Мы все фламину заебанные.
Нет, типа здесь просто очень красиво. Вот некоторые люди, которые типа здесь живут изначально, они же даже не понимают, насколько у них в городе пиздато по сравнению с другими. Бля, ну я просто, ну, блядь, в ахуе нахуй. Вообще в глазах это, ну типа как, знаешь, эти всякие флэш, всякие черно-белые, так быстро-быстро-быстро. И вот такая же хуйня, блядь. Вот, блядь. Ну это просто. Так не украшают, блядь. Че тебе надо, Гошан? Где моя булка, блядь? Кто у тебя булку спиздил? Блядь, ты, гандон, спиздил. Егор, сколько время? Не верну, пока булька не отдашь, блядь. Время 3:44, блядь. Какая булка, Гошан, ты ебанат, блядь? У меня булку спиздили, пидоры. Нет у меня, блядь, никакой булки, сука. Это ты, блядь, куда-то булку закинул. Нахуй, пидор, блядь, очкастый, сука. Ну-ка, ну-ка. Нет, там нихуя нету. Сколько, Миша, у тебя было булок, блядь? 3 булки, а было 4, блядь. Нет. Да, блядь. Похуй, делай, что хочешь, Егор. Просто знаешь, что ты гандон ебаный, блядь. Мишань, блядь, ну ты из-за хуи... Умри нахуй от пида, мразь, блядь! Сука, ты ебаная, блядь. Заклопни варежку нахуй. Я у тебя нихуя не спиздил, блядь, а ты на меня нахуй... Где, блядь, булка еще одна? Чмарь ты ебаная! Не буди, пожалуйста, других людей, которые живут с нами. А ты вылетишь нахуй отсюда. Ты, блядь, вылетишь нахуй вместе с булкой. Миша, было 3 булки, нахуй. 4, блядь, было, Педик, ты недорослый. Блядь, нахуй мне булка, Миша, если у меня хавка. Заткнись нахуй. Миша, а я у тебя что-то взял? Иди нахуй. Нет, Миша, я что-то спиздил у тебя. Где булка? Блядь, я кинул Костя на кровать, нахуй. Ну ищи, блядь. Ищи ты, нахуй. Ты хуйню просто творишь, блядь, я обещал ее не делать. Долбоёб, нахуй. Миш, ты мне вчера что говорил? Чё? Говорил, то что, блядь, пока я сплю, нахуй, ничего мне не будет. В принципе, нахуя это творить, блядь, дурак? Там спит наш бро! Штирлиц, блядь. Казанский, нахуй. Скажи ему, айда пельмень, блядь. Штирлиц, айда пельмень. Пойди, чак-чак, оч-поч-пак, блядь. Че сел, мы очередь ебали, блядь. Бля, пиздец, здесь очередь в Бристольку. Короче, мы пошли, блядь, после катания лютого ебанутого гулять по местной Покровке. Тут, блядь, такие контенты есть, нахуй. Я не медийный личность, бля. Бля, мы подошли только что к бомжу снять, нахуй, его. Он сказал, что я медийная личность, нахуй. О, певец! К нему. Хуёвый певец. Восточный базар сделан в Татарстане. О, мир Гарри Поттера, бля. Музей выставка. Шпорт. Серебро. Шуверениры. И тетка из окна сейчас выпрыгнет, нахуй. За рыбку, бля. На медведя хуярит в озеро-то, блядь. О, пидорас какой-то. Пойдем к нему. К этому шалопаю, блядь. Нет, знаете, что надо сделать? Как к девушке подходишь, которая в юбке. Нету нихуя. Обрезание сделали. Отчет. Это бура. А, нет, это кит, это кит. Читап клап. Макс Мара. Гошан, давай какую-нибудь песенку угарную. А в Татарстане солнце не встает, когда татарчаночку ебет, ебет ее врет, ебаный врет. О, Нагай. Ноги, блядь. Я ебту, блядь. Айда, Нагай. Гошан, ты прочитал хоть одну книгу? Нет. О, вот это какая-то достопримечательность. Я когда сегодня ходил в спар, вот эту хуйню все фоткали. Летим! Какие билеты на гуляют? Билеты здесь покупают. По 300, наверное. Дорого, да. Самогон нам таин уже. О! Типа, блядь, человек, типа чон. Челачон. Челачон. Побег из тюрьмы, нахуй. Жаба!
жаба, я вот. Привет, жаба! Ну-ка, попизда куча. Блять, пригласа. Сел, знаешь, какая у меня идея есть? Видишь, вот мужик вот эти хуйни запускает, да? Ну. Короче, пока она падает, это спизи. Смотри. О, грузинский дворик! Пойдем в грузинский дворик. А что там? О, джерузин. О, баба! Как дела, баба? Девочки, здравствуйте! Почем у вас свинья, блядь? Или что это? Чак-чак это, да. Чак-чак, да. Чак-чак-чак. Что? Мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии провода. Мне бы только не мучиться. Он золотой. У! Нихуя себе. Фу, блядь. Нет, типа. А почему тёлка нормальная, а у этой рыло? Похож? Я похож. 100 рублей вертушка. Не, бро. 100 рублей вертушка? Могу тебе прописать, блядь. Что за столпотворение? Поставите бутылку, 1000 плачу. 100 рублей участие. Выиграть можно только один раз. Три попытки даются парням и девушкам. А может рукой взять? А тут палка что-то пытается. Ну резко ее. Ага. Показывайте еще раз. А это бутылка из-под водки? Мужчина. Это из-под водки? Из-под лимонада обычно. Ай, жаль. Давай, покажи, как надо. Подняли бутылку и поставили. Подняли сумчик и поставили. Да там базар, блядь. И хуя чупе, блядь. Где купить? Черная азербайджанская. Чантины. А вы это сами рисуете? Что на наших глазах рисовал. Я понял, понял. Ну вы молодец, вы молодец. Егор вот ценитель высокого искусства. Раз засмотрелся даже. Пошите, тут нехуй терять. Регина Нигиря, бля. Чтоб не утекал, бля. Я обратно? Чё, тут удобно? Ну и нахуй мы хату в Казани снимали, блядь. Здесь окно. Тут окно, блядь. Здесь, блядь, дверь, тут окно, все. А какой туда залез, блядь? Он оттуда еще и не вылазил. Висел, я твое яйцо шатал, блядь. А я его яйцо пинал, блядь. Самое сердце. Кошан в самое сердце. Его, походу, в сердце пернули, блядь. Вообще, чего, блядь? Хуй знает, блядь. Вот там не допито. Вот не допито. Тут... А это что такое, мужчина? Это что такое? Проверка связи. А? Проверка связи, что ли? Проверка. Кто? Проверка. Да? Вот. Проверка связи? А это мое все. Это не ваше? А, мое. Ваше? А, да, да. Это вы что, сами выпили и съели? Не, набрал. Спиздил. Спиздить я никогда не спиздил. Я набираю. Ну хорошо. Опа, опа. Жопс, блядь. Чисел, а знаешь такую игру, блядь, на кнопочном была, когда вот ёжик бежит, бля, и должен через все машинки пробежать. Давай ебанём. Бля, вот это, кстати, красиво. Кольцо. Да все, побежали. А Егор? Алло, да. Айда, фильмей. Ты где? Я в Казани, давай приезжай, да?
Чернышевского 17. Мотель фреш, бля. Чё? А ты не охуела ли, да? Тебя как звать? Честно слово, да. Я до 21-го тут. Схуяли, я пидорас, бля. Ну что, я вас слушаю, да. А, Женя, это ты что ли? Серьезно? Да ну нахуй. А, ты Василий, да? Да тут пиздец, блядь, татарская молодость вспомнилась, блядь. А, нахуй. Да вообще похуй. Зависнуть можно у вас будет? Зависнуть? А, ну все хорошо, завтра будем, давай. Яй, давай. Это, блядь, ну короче, тут было написано атрибутика для рока. Цепи, ёбаная мать. Здесь вход метро. Нас наёбывают, чё сел. Ты там в натуре ежи. Он вообще обкурен, бля. Егор! Где он, блядь? Это мой брат, да? Нихуя у него ляпочки, бля. Ляпочки, пяточки. Лев! Ты лев в натуре лев. Лев. Типа твой, да? Типа мой, да. А чё у льва? У льва нет нихуя. Ляпку, бля, гашиша. Ляпка гашиша, да. Ну-ка еще раз, как там, как? Там, берешь сигареточку, бьё ляпочку. Что, бля, проблема есть, да? Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть скорую, дай огня. Иди нахуй, бля. Сапоги, скороходы. Лапу давай. Не сломай. О! Ай, молодец! Давай, иди! Мишка, уреди! Слышь, его спиздить можно? Я в ахуе, бля, я заполнил дырку этого пончика. Чарова, здорово! Бля, сфоткай типа моя, да? Я беру. Давай. Шваль ебаная. Кисель, что произошло, блядь? Как так, нахуй? Кисель. Чего? Что с тобой случилось? Да пизда мне, нахуй. Нахуй переворачивал. Доворачивал и разворачивал, сука. Мне же захотелось, блядь, йогурт съесть. Блять, этот хил амбреллу крутил, как же по ноге, ебал нахуй. Я хуй. Тебе больно? Пизданешься как. Можешь 10 рублей заработать? Да. Ебани бэк. Тридцаточку мешай. Ну пошел ты нахуй, стоит 30. 15 рублей. 25. Блять, 20 крайняк. 23. 20. 22 минимум. Ну все, 22. А, сделал. 22 рубля твои. Ну, 25. Ай, блядь, как все развалить. Ебать, ты черепашка-ниндзя. Уж весь уставший, блядь, маленький. Так, берешь нахуй. Типа такой, о, бля, живот, ебавый. Там такой. На нахуй, блядь, как уебал. Козла за яйца. Короче, друзья дорогие, так как мы особо ничего не снимали по трюкам, сейчас мы просто будем делать трючки в спан. А этот человек будет нас снимать с Егором. Thank you.
получается, сделал. Дорогие друзья, блядь, сыро пиздец, все сырое, поэтому трюки придется окончить. Чисел, что мы хотим сделать? Мы хотим пенную вечеринку устроить. Но что? Нам надо ее сделать аккуратно, чтобы никто не заметил, что мы делали. Прям чуть-чуть, да, нажать? Да, да. Прям аккуратненько? Да. Прямо так, на мужичка? Да. Ебать, стрельнула нахуй! Чисел, твои комментарии. Бля, воняет просто пизда. Надо было один раз аккуратненько нажать. А ты хуярил, бля. Ан, дорогие подписчички, нам эту всю хуйню убирать надо еще. Так что давайте-ка. Мы, короче, здесь убирались, открыли окно на проветривание. В итоге не могли его ничем подпереть. И знаете, что пришло нам на помощь? Вот, блядь. Вот это, ну типа, чтобы вы понимали, подпорка. Оно держит вот это огромное окно. Сейчас ручка ставится нахуй. Полнутая, блядь. Не, ну в принципе кайф. Он еще и проветривается. Это сидит, блядь, с недовольной рожей, нахуй. У нас пенная вечеринка была, блядь. Он недовольный сидит. Мы теперь, блядь, это все нахуй швабры, блядь, убираем, нахуй. Если на мою въебали, я поугарал, блядь. Я бы с киселем в итоге спал. Это сидит так с кислой рожей, блядь. Всем привет! Крокодилий башмак сейчас просто вылетит из-за вот этой вот дырки, потому что он уже не годоспособен. Видишь вот это окно? Погоди, давай. Сейчас будет страйкер. Пойдем чекнем. Пойдем. Вон он, блядь. Все, блядь, дорогие друзья, мы выселяемся отсюда. Здесь все чистенько уже стало, огнетушитель он стоит, наш любимый. Все прибрано, ничего нигде не лежит. Наши манаточки, самокатики. Это, блядь, с двумя портфелями. Короче, так как нам осталось 2 часа здесь кататься, надо заснять небольшую проездочку по парку и выдвигаться на электричку. Алле! Иу! Мэн! Алле! Ой, все, дорогие друзья, линии поделаны. Чуть еще покатаемся и будем выезжать на электричку. Дорогой подписчик, мы приехали. Нижний Новгород. Ура, дорогой подписчик! Мы в Нижнем Новгороде! Ну все получается, влог закончился с поездки в Казань. Че ты скажешь, Гошан? Я молодец, я научился летать сам в последний день. Тебе понравилось? Да, еще через меня чисел сделал бэк-клип. Ну все, получается, ставим лайк, подписку, и, блядь, и всем до свидания.